Здравствуйте. Вот мы приехали к вам, мы здесь проведем такую тренировочку, пока прием, я со стороны не посмотрю, где-то замечания, где-то подсказки, поэтому не стесняйтесь тем упражнениям, которые Алексей тут показывает, они непосредственно нужны для актеров, поэтому желаю удачи, я всем желаю удачи, а молодому поколению, знаете как, чуть-чуть время пройдет, я думаю, что ребята подрастут и уже будут представлять свой город, свой клуб уже на более высоких долинах. Я желаю удачи, Алексей, пока. Да. Руки сжаты в кулак, ноги головы, голова на веке.
спина друг к другу повернулись, взяли за руку, да? Все, вращение, не спеша, не надо сильно резко, да? Медленно, максимально плавно, и вот стараемся нагадать сразу, да? Поворот нас. Что вы не делали, больно стоим, подъем. Хорошо, то же самое, так и стоит, как он, в одну сторону, в другую. Опять не спеша. Хорошо. Руки вверх подняли. С другой стороны дожали. Тот, кто снизу будет, да? Вот смотри, сейчас показываю упражнение. Надо немножко подсесть, чуть-чуть подсесть и положить его на спину к себе. Вот просто как вы стоите, смотрите. Вот так сразу отклоняться неправильно. Правильно. Немножко подсел и положил его к себе на спину. И старается, да, вот просто чтобы у нас лежало максимально растянуть. Давай, теперь ты. Мы его проводили.
левой левой делать дотяжку, но мы стимулируем, и мы делаем дотяжку, да? Так? Стараемся, чтобы он вас не достал, вот его достанет. Так, вот. Работа. Ну, еще корпус помогаем. Так, 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 чуть-чуть дальше. Давай, смотри. Полторы минуты будем делать упражнение. Первые 30 секунд делаем. Левый скорость. Да? Второй 30 секунд делаем. Правый скорость. Третий 30 секунд делаем. Спасибо. Левый. Давай. Левый. Все время, что при углу,
немножко, и все. Так же, ну, корпус он прямой, чуть-чуть, да, вот. Сгруппировали. Он уклоняться, да, на закат, ошибся так. Поэтому 2, 1, 2, боковые ноги, как группы, немножко рукой. Давайте первые 30 секунд делаем на месте, вторые 30 секунд за прокачивание движения. Двигаемся. Он на меня, я от него, он в одну сторону пошел, я
я идею выпустил. 30 секунд один работает, двигается, 30 секунд другая. Ладно, чтобы ну, не сталкиваться, а потом сливать. Смотри, да, поскольку тот, кто двигается. Тот, кто двигается, максимально хаотично и быстро влияет на старт. А другой сохраняет. Оп, пошли. Да, в любую. Скорость, пускай сила там будет не такая, да, если мы отрабатываем пару.
Но если мы наносим удар, то он должен быть быстрый, резкий, неожиданный. Чтобы самого себя не обманывать, да, и вашего партнера. Приготовились? Так же, 30 секунд. Один двигается и резко делает одно движение вперед. И продолжает двигаться, не останавливается. Тот, кто сохраняет, пусть свои мысли. Приготовили себе. Три удара шага в сторону. И опять двигается, опять.
Делаем пояснение? Нет. Обычное пояснение. Такой компонент я говорю. Количество прыжков, цифру. 2, 3, 1, 15, 46. Это количество прыжков, сколько он должен сделать. И называю коллеги груди 5. 15 подавил. Вы делаете 5 прыжков коллеги груди. Приземляетесь и продолжаете делать свой стиль. Есть прыжки, такие же, колени прыгают, ноги перед собой поставят, да, прыгают, ноги прыгают, постоянно. Прыжки с поворотом, 360, с подругой, в другую сторону. И прыжки достать так, как они уже сами. Вот. Опять прыжки, я сейчас встал. Так, внимание, достать носки перед собой три раза. На координацию.
сидел, да, на концентрацию, стараемся на себя сфокусироваться, и когда вам человек много достаточно, то здесь сделать эти два удара, сами вернулись. Еще один вариант, с двумя мячами. Или мы просто отбиваем целых два. Также двигаться. Ребят, научу фотографию. Спасибо за внимание.